Йо-йо-йо, друзья, всем привет! Ну что, сегодня у нас вышел новая рулетка, просто бомбическая, с новым просто топовым наборчиком. Сейчас я вам этот наборчик покажу. Я, наверное, буду один из первых, кто сейчас его будет убивать. Честно, на самом деле, а наборчик очень годный. Посмотрите. Называется он ФФС Огни Залива. Рулетка. То есть, получается, мы имеем вот такой вот топовый наборчик. Также просто бомбическая курточка, просто бомбическая. Ну и кепка тоже вроде бы неплохая. В общем, что нам нужно сделать? Нам нужно обязательно его выбить с наименьшим потраченных алмазов. То есть, что сейчас я вам покажу. Конечно же, я вам сейчас, наверное, будем убирать только оружие. Самые топовые. Как я, наверное, уже всем и говорил, что у меня есть своя тактика. И придерживаюсь тактики, которую мне один раз рассказал подписчик. Что если есть в рулетке самые топовые оружия, то их обязательно убираем. Самый топовый. То есть получается, мы убираем 100% скар. И убираем 100% эмочку. Скар и эмочку. Нет. Нет. Честно, друзья, давайте сделаем вот так вот. Да, скар эмочку убираем. Пусть даже еда питомца мне и нужна, точнее и не нужна, но все равно оставим. Есть своя стратегия, будем ее придерживаться. В общем, смотрите, кто сейчас хочет себе выбить прям на изи вот этот наборчик, прям сейчас обязательно. Делаем так, как я вам сказал. Убираем два оружия. Поехали. Всем желаю удачи на прокруты. Конечно, сейчас нам будет упадать. Понятно, открываем сразу. Это у меня уже есть. За 19. Изи. Почти. 49 алмазиков. Друзья, обязательно с вас лайк. Короче, я вам так скажу, что мне по-любому выпадет, наверное, с предпоследней попытки. С предпоследней. Да. Конечно. Как же мне может выпасть сразу же? Ну, конечно же. Как мне может выпасть сразу? О, нет, ничего себе. Ну, ничего себе. Ну, не шутя. Неплохо. Друзья, как думаете, неплохо? Я думаю, неплохо. Мы потратили совсем немного. То есть 900 алмазов у нас еще осталось. Целых 900. То есть что мы дальше делаем? Мы закрываем. Это все закрываем. Кстати, уже можно купить предзаказ. Нового пропуска. Получаем мы вот это. Получаем. Также мы получили. Заходим сюда. И пытаемся выбить вот этот наборчик. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы считаете, топовый ли этот набор или не топовый? Давайте откроем правый. Наконец-то. С первой попытки правый. Неплохо. Даже скажу, офигенный. И за 500... у меня он вроде бы есть. У меня вот этот набор... Да, у меня не есть. Даже не буду смысла его крутить. Даже, точнее, нет смысла. Заходим сюда. Сейчас вам покажу этот наборчик, насколько он топовый. Друзья, просто набор реально прям бомбический. Прям вообще бомбический. Не знаю, как вам, но мне он очень понравился. Прям топовый. Пожалуйста, поставьте, друзья, лайк. Буду вам очень благодарен, кто влепит лайк. Спасибо всем за просмотр. Я думаю, каждому, кто из вас сейчас будет убивать, желаю каждому удачи. Ведь всего лишь мы выбили с... Так... Ну да. Мы выбили за 199 алмазов. Я считаю, это годно. Следующая попытка у нас за 299. Я считаю, это годно. Всем желаю удачи. Всем пока. С вами был Дистори. Пока-пока, друзья.